вот для тех, кто думает, что нет молодежи, вот там как раз за моей спиной ребята вот хором все подписывают. Еще хотелось бы объяснить, те люди, которые говорят, что это абсолютно никак не связано с реальностью, вот, пожалуйста, вот это вот, попрошу обратить внимание, вот это улица Северная, это улица Красная. Вот мы находимся в самом центре нашего города. Здесь вот памятник туристу, вот обратите внимание на этого замечательного туриста, а вот наши флаги, люди с большим удовольствием подходят, садятся ему на руки, фотографируются непосредственно на фоне наших флагов, так что теперь наша точка по сбору подписи еще является местной достопримечательностью. Там у нас стоит плакат, и вот видите, сбор подписи достаточно длительный процесс, ребята все еще подписывают. Там у нас находится галерея. Самый наш центровой торговый центр. Вот там дальше аллея. Иногда наши ребята сидят там по той аллее. Ну, в основном, конечно, вот именно вот этот пятачок. Здесь вот именно и проходят все действия. Так что, ребята, это происходит все реально.